Вот представляю вторые модельки ремней. Модельки. В общем, те, которые пошире. Вот так вот. 4 штуки на данный момент. Я их вот тут сложил вот ровно. Смотрите. Вот они все чуть-чуть разной длины. Потому что у меня нет никаких стандартов. Вот такая вот разница по длине. Вот. И что еще? Длина, сейчас я вам скажу, самого короткого, к примеру, 65,5 сантиметров. Самого длинного, вот отсюда меряем, 75,5. Ширина ремней, она тоже плюс-минус, опять же, вот на данный момент сверху 68 миллиметров. Следующий 60, сейчас, секундочку, поточнее, 62, 63, 63. Вот так вот. Это видео я развешу на сайте вместе вот с этими ремнями, чтобы можно было понять и посмотреть. Вот тот самый нано-бархат. То есть его так видно, когда он переворачивается в одну сторону и в другую сторону. Вот так вот это все работает. Другая сторона не рабочая. На крупной. Ну, можете тут ножи какие-нибудь точить, попробовать. Но из края не идеал. То есть я бы вообще не советовал вторую сторону. Вот это же толстая кожа, которые там ремни уже на сайте есть. Узкие, 50 миллиметровые. Это широкие ремешки. Вот как-то так.